Маленький, что ты хочешь? Хочу, чтобы война закончилась. Помой пока, да? Хочешь? Помой, почему? Я первый класс пошел, да? Мне сейчас 7 лет, и через 7 лет я сейчас бы в школу пошел. Сколько ты здесь уже? 7 месяцев. Как со здоровьем у тебя? Плохо. Болею уже неделю или две. Лечиться нечем просто. Чем ты лечишься? Чаем, кипятком, который на улице делает мама? Ну уже хоть полегче. Ну кипятком лечить. Да, кипятком. На костре кипяток. На костре готовят кипяток и лечат детей. Пускались, и там град улетел. И я подошла под град. И меня две женщины убило. Мама тогда? Мама меня накрыла с собой. Я вот недавно под бомбежку попал. Нет. Когда домой шел. Я на поворот заворачивал, два раза выстрелил и летел со свистом. А что бы ты хотел сказать тем дядям, которые воюют сейчас? Чтобы всем было обидно, чтобы не было вообще войны. Чтобы все оружие, чтобы их не было. Мира, я хочу, чтобы все дома остались на месте.